Двое жителей Винницкой области приехали покорять Одессу налегке, но с 2 килограммами марихуаны. Наркотическое зелье молодые люди привезли с целью сбыта. Однако более удачного места для дурмана, кроме как камера хранения одного из супермаркетов, они не придумали. Я уже находился здесь на месте. Мне только дали ключ и сказали, иди туда-то, туда-то. И потом что должно было произойти? Должен я был передать ключ, мне должны были передать деньги. Пока предприимчивые торговцы искали клиентов, 2000 доз марихуаны спокойно хранились прямо в супермаркете. Оперативники задержали злоумышленников на горячем, и горе-наркодилерам пришлось рассказывать, где хранится основная часть их товара. Таким образом, одесские правоохранители изъяли из незаконного оборота наркотиков на сумму почти 200 тысяч гривен. При проведении мероприятий на территории одного из развлекательных комплексов города Одессы указанные лица были задержаны. При себе у них находились денежные средства, средства мобильной связи, которые они хотели использовать для дальнейшего сбыта наркотиков. В отношении винничан открыто уголовное производство за хранение наркотических средств. На данный момент осуществляется дополнительное мероприятие по установлению всех лиц, причастных к сбыту наркотиков на территории Одессы. Дмитрий Долматов, Новая Одесса.